Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас закончилась картошка, и мы решили посетить рынок Чаршамба и заодно показать его вам. И дабы не затягивать это видео, мы будем вам показывать только те места, где расположены ценников прямо напротив продуктов. И на секундочку, курс лиры на сегодняшний день 7,3 рубля за лиру. Ну что, пойдемте посмотрим. Thank you.
Ну вот и подошел к концу наш проход по рынку Чаршамба. Мы вместе с вами посмотрели на цены на разные виды продуктов. И как мы можем заметить, они немножко разнятся, но не это несущественно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. До новых встреч, друзья!